Тошки. Да. Издательство 2K, компания Glass Lab Games и гейм-дизайнер Сид Майер представили Civilization Edu, особую версию Sid Meier's Civilization, которую будут использовать в школах на уроках старших классов. Вот такие вот дела. В наших, это же мечта. Да, в наших школах, это же мечта. Точнее, не в наших. Катать теперь в ЦИВУ в школе. Да. Проект станет доступен осенью следующего года. Civilization Edu позволит школьникам воссоздать известные исторические события и наблюдать за последствиями своих экономических и политических решений. Кроме того, проект поможет лучше уловить связь между технологическим, экономическим и социальным развитием стран, отметили представители 2K. Civilization Edu не первый образовательный проект, в создании которого участвует Glass Lab Games. Ранее эта компания помогла разработать проект Minecraft Edu, основанный на понятно какой игре. Нет, непонятно. Minecraft тоже надо в школу. Расскажите. Дисциплина, которую надо в школу. Minecraft, Dota. Dota? Dark Souls. Чтобы выжить в социальном мире. Что вместо физкультуры, короче. Да. Dark Souls — это наказание. Тоже вместо физкультуры. Это двоечникам. Что еще надо? Домовенок Кузя. На философию Кодзиму, да? На философию, да, Death Stranding, анализ трейлера. Артемий Котов стоит у доски, выписывает формулы с флешек Нормана Ридуса. Считает волоски на его ноге. Что еще можно в школу из этих, из крутых, из топовых игр? Мархуха. И изучение польского, КС. И Ведьмак на польском. И Ведьмак, Ведьмак, да, на польском, четко, да, вообще. Короче, нормальная история. Надо почаще привлекать видеоигры. А, была еще история про то, что Nintendo 3DS используется в Лувре вместе со специальным приложением как гайд по музею. То есть тебе давали 3DS, ты шел, и там показывали. И она тебе говорила. После этого эта идея так понравилась господину Миямото, который человек довольно широкого полета мысли.